Из Донбасса вновь приходят тревожные сообщения. Рядом с одним из КПП, который контролируется украинскими военными, на мине подорвался микроавтобус, перевозивший мирных граждан. Погибли 3 человека, еще один в критическом состоянии. По данным информагентств, водитель пытался обогнуть очередь из машины и поехал через поле, которое оказалось заминировано. Между тем, киевские силовики опять обстреляли жилые кварталы в западном пригороде Донецка. Пострадали 5 домов и газопровод. Информация о случившемся с указанием адресов Минобороны ДНР передала миссию БСЕ.